Сёлета ўпершыню пры падтрымцы дзіцячага фонду ЮНІСЕФ у Віцебскай вобласці будуць створаны дзве ўнікальныя інклюзіўныя гульнявыя пляцоўкі для дзяцей з інваліднасцю і з асаблівасцямі развіцця. Пра стварэнне умоў для далейшай інклюзіі такіх дзяцей і вяртання іх у сем'і ішла размова падчас сустрэчы старшыні аблвыканкам Александра Суботіна з прадстаўніком ЮНІСЕФ у Беларусі Рустамам Хайдаравым. З 2022 года ў паўночным рэгіёне рэалізуецца программа «Сям'я кожному дзіцяці», якая мае на мэце дапамагчы дзецям, што выхоўваюцца ў інтэрнатах, вярнуцца ў біялагічныя сем'і альбо знайсці новых бацькоў. З тым, каб дзеці з інваліднасцю ці з асаблівасцямі развіцця маглі паўнацэнна развівацца, прадстаўніцтва ЮНІСЕФ у Беларусі ініцыіруе адкрыццё інклюзіўных гульнявых пляцовак у Віцебску і Полацку. Прапанова знайшла падтрымку ў кіраўніцтва вобласці. Это все действительно надо скоординировать вместе, тогда это будет более успешно и более массово. Поэтому по площадкам, ну я думаю, тут проблем не будет. Контроль возьмем, посмотрим, надо электричество, будет электричество. И где-то что-то поможем и подъездные пути, то есть тут даже не сомневайтесь. Ну и по остальным проектам тоже будет и поддержка, и все остальное. Тем более у нас в этом году большое количество мероприятий, ну, на нашей территории осуществляется. Это проект достаточно передовой, потому что у нас до этого существовали либо обычные площадки, либо интегрированные, то есть специальные для детей с инвалидностью. А сейчас мы говорим о том, чтобы вот это взаимодействие, или как мы также называем еще инклюзия, да, то есть когда дети с инвалидностью, которые на самом деле просто дети. Мы сделали оценку 700 семей. И вот если в 2023 году была подготовительная работа, была проведена оценка, мы проводили, скажем так, исследовали необходимости и нужды, возможности, то в этом году мы уже увидим первые результаты этого проекта. Проект замечательный, потому что прежде всего он финансируется простыми людьми Беларуси, в том числе жителями Витебской области. Зараз у інтэрнатах Віцебскай вобласці пражываюць каля 2400 дзяцей, у тым ліку з інваліднасцю. Кожны з іх марыць пра сям'ю, пра бацькоўскую цеплыню і клопат. Дарэчы, за перыяд рэалізацыі праграмы «Сям'я кожнаму дзіцяці» пры падтрымцы ЮНІСЕФ больш за 500 хлопчыкаў і дзяўчынак знайшлі новую сям'ю.